Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп. Видеообзор карбового кресла. Бюджетная серия. Грузоподъемность до 120 кг. Регулировка спинки. Широкие опоры с регулировкой ножек. Вот. То есть ничего лишнего. Все самое необходимое. Регулировка спинки у нас происходит следующим образом. То есть сложили вперед, откинули назад. Как видите, полностью раскладывается. И потом уже выбираем уровень наклона спинки. Ножки у нас с широкими большими опорами. Регулировка у нас всех ножек по высоте 10 сантиметров. Спинка достаточно высокая. При моем росте я облокачиваюсь на нее. Итак, по размерам данное кресло у нас ширина максимальная 48 сантиметров, глубина посадки 48 сантиметров, минимальная высота 32 сантиметра, высота по спинке в вертикальном положении 87 сантиметров. Кресло достаточно жестко фиксирует свои ножки в разложенном состоянии. Да, кстати, совсем забыл. Сбоку здесь есть небольшой кармашек для мелочей, телефона и всего прочего. Вот такое вот простое карповое кресло. Вот. Понравилось кресло, можете оставлять заявку на сайте. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.